Нормандська зустріч під знаком питання. Попередньо анонсовані на квітень переговори у форматі Україна, Росія, Німеччина, Франція щодо ситуації на Донбасі можуть не відбутися. В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених під час останньої зустрічі лідерів четвірки. Нет неопределенности, то есть отсутствует определенность в том, что будет завтра. Ведь если на то пошло, я вам хочу сказать, что в рабочих группах, трехсторонние контактные группы, за эти годы не разработаны ни модальности нового закона о выборах, несмотря на то, что Украина присоединилась к формуле Штайнмайера, ни вопросы дальнейшего, в том числе и утверждения особого статуса, как это сказано в документе, о котором мы сейчас говорим, в Конституции, ни вопросы, связанные с амнистией. И все это порождает вот эту неопределенность, а трактуется она как нежелание установить мир. Есть уже официальная позиция МИДа России, которая опубликована буквально на днях. А где же? Два месяца прошло. Ни один из пунктов коммюнике в Париже, принятых решений главами государств, не реализованы. Более того, не видно даже направленности такой реализации –